Калязине отпраздновали 414-ю годовщину победы русского ополчения под предводительством Михаила Скопина-Шуйского в смутные времена. В честь этого исторического события в городе прошел фестиваль «Походная кухня». Традиция отмечать годовщину знаменитого сражения под стенами Калязинского Троицкого монастыря зародилась 14 лет назад. Местные жители почитают память юного князя-освободителя земель русских, который с соратниками и иностранными союзниками одержал здесь победу над польско-литовскими захватчиками, начав объединение народного ополчения для избавления отечества от иноземного врага и преодоления смуты. В то время страна была на краю гибели, и благодаря вот этому русскому ополчению, когда уже верховная власть не могла защитить страну, страну грабили вот эти захватчики. И вот Скопин-Шуйский, молодой князь, одержал победу, освободил Троицкую лавру и пришел в Москву как победитель. Основная площадка праздника развернулась в городском парке. Участники фестиваля могли попробовать угощения на дегустационных площадках, приобрести местную сельскохозяйственную продукцию, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению солянки по-калязински и отведать это блюдо походной кухни. А районный дом ремесел сделал увеличенную копию барабана по плетению калязинских коклюшечных кружев, где каждый мог понять суть этого уникального плетения. Это увеличенная копия наших коклюшек калязинских. Это барабан, это нитки, а это вот коклюшечки. Такие маленькие, совсем-совсем маленькие. Так что если крик, это светка. А вместо иголок мы использовали наши обыкновенные иголки. Кроме того, для жителей организовали интерактивную историческую программу «Ратное дело». Здесь можно было пострелять из лука, научиться заряжать оружие в пистольно-мушкетном тире, стать наводчиком на пушечном стрельбище и сразиться с противником на потешных мечах. Как отметили организаторы, подобные мероприятия напоминают местным жителям о важном – чтить память героев Отечества, которые в трудные времена истории стояли за него верой и правдой.